Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Александр. И хочу рассказать вам сегодня о люлечке от компании Swandoo. Модель называется Albert Light. Это, знаете, хочется сказать так, в мире автокресел раздают премиум за недорого. Это премиальный бренд, и вот премиальное слово здесь никак не преувеличено. Действительно, супер качественная продукция с хорошим уровнем безопасности, с классными материалами, очень грамотной эргономикой для ребенка. В общем, обо всем я вам расскажу. Я к тому, что действительно за вот эту сумму, что по ссылке внизу в описании на Мир Автокресел пройдите, вы увидите, лучше очень сложно что-то купить. Поэтому посмотрите этот обзор до конца. И если вы ищете для новорожденного ребенка люлечку, это группа 0 с рождения до, грубо говоря, до года, вот, на нее стоит обратить внимание. Напомню, группа 0 с рождения. Соответственно, ребеночка мы возим в этой люлечке исключительно против хода движения. И, соответственно, я ее сейчас разверну, и вы поймете, как она будет выглядеть в автомобиле. Пристегнуть ее можно ремнем. Я вам сразу покажу, как ее пристегивать. Автолюльки, если нет базы Isofix, в данном случае мы рассматриваем ее без баз Isofix, и крепятся они всегда одинаково. На основании у ножек всегда есть направляющий для ремня, вот так они выглядят, проводим там ремень, потом застегиваем, вот так вот. И вот потом вот верхнюю часть ремня нам нужно провести в направляющем вот здесь. Вот с этого ракурса вам виднее. Ремень идет вот в этот направляющий. Отсюда вам видно направляющие по бокам. Как только мы все ремни проводим, обязательно со всех сторон берем ремешок, натягиваем, где только это можем сделать. Обязательно это нужно сделать, чтобы она стояла как вкопанная. На самом деле, если вот так грамотно все поставить, без базы Isofix можно обойтись и сэкономить приличную кучу денег. Обычно база стоит приблизительно плюс-минус как сама люлька. Но база — это неплохо, это наоборот очень хорошо. У вас эффективнее становится способ крепления, оно становится жестким кузову автомобиля. И вы безошибочно это сделаете, не нужно будет постоянно натягивать. Но это удваивает цену, всему есть своя цена, правильно? Поэтому и база хорошо, и без базы тоже можно прекрасно обойтись. В плане безопасности нету пропасти с базой или без. Поэтому вот люлька защищает ребенка, и ремнем, если вы все сделаете правильно, тоже все хорошо. В общем, вот так мы пристегиваем ребеночка в этой люлечке. Все, с креплением мы с вами сразу разобрались в самом начале, чтобы потом об этом не думать. И давайте посмотрим теперь на саму люльку с другой стороны. Кстати, здесь козырек, он с защитой от ультрафиолета. И нам это понадобится, потому что в комплекте идут адаптеры, они идут в комплекте, они стоят тоже 1003, обычно стоят иногда и 5000, иногда там 2500, но в среднем округляем вот 3000 рублей, вам здесь дают в подарок. Адаптеры обычно нужно где-то искать, покупать. Вот, вы можете установить эту люльку на большинство популярных колясок, и козырек в данном случае с защитой от ультрафиолета будет очень даже кстати, потому что вы где-то на улице, а не в автомобиле, будете ее использовать. В общем, вот такой приятный бонус. Козырек, естественно, здесь регулируется у нас благодаря вот этой ручке. Транспортируем коляску, люльку мы с помощью вот этой ручки. Здесь хочу обратить внимание, нет выреза для руки. Если бы был тут вырез, то были бы щели дополнительные. На ребенка бы попадал непонятно откуда бы луч солнца. Поэтому здесь убрали, но никак не мешает хватать. Здесь очень гибкая вот такая вот, видите, ткань. Поэтому смело носим так и не паримся.
Что касается эргономики внутри, здесь, кстати, очень интересно выполнены ремни безопасности. Каждый регулируется по отдельности. Вот смотрите, вот здесь такая вот система установлена, мы нажимаем и отдельно каждый регулируем. На самом деле это мега удобно. Мне казалось бы, как бы, а зачем, смысл? Тут обычно тянешь за один и оба тянутся. Здесь мы более точно, аккуратненько можем подогнать под ребеночка. Поэтому, как по мне, вот эта система отличная. Так, дальше у нас вкладыш здесь идет дополнительный. Он у нас вот месяцев до 4 приблизительно, как показывает практика, всегда используется, потому что ребенок новорожденный, полусидячее положение ему еще не очень хорошо долго использовать. И вот этот вкладыш немножечко частично решает нам эту проблему, выравнивая поясницу ребенка, тем самым приподнимая ее, и он не такой полусогнутый. Хотя все равно полусогнутый он находится в люльках, потому что при ДТП это правильное положение ребенка. Полностью горизонтально вы здесь ехать не будете. Поэтому пользуемся вот этим вкладышем. Ребенок подрастает, мы его вынимаем. Сразу у нас образуется ощутимо больше места для ребенка. Это у нас здесь как бы up to, ну, короче, до 6 килограмм. С 6 килограмм мы используем уже без вкладыша. Ну, это где-то 4 месяца обычно. Смотри, какой крупный ребенок, не крупный. В общем, вы всегда смотрите по обстоятельствам, по ребенку. В общем, вкладыш убираем. И мы видим, что у нас здесь идет очень хороший большой подголовник с возможностью регулировки его по высоте. Ремни регулируются по высоте вместе с подголовником. Это, естественно, стандартно, нормально для хороших люлек. Корпус здесь выполнен дополнительно сбоку с вентиляцией, чтобы ребенок меньше прел. И отдельно хочу уделить внимание ткани. Уход очень простой, мы спокойно стираем до 30 градусов и потом одеваем его обратно. Главное, стирайте до 30, чтобы материал не сел. В комплекте, если я не ошибаюсь, по-моему, да, идет специальный, такая лопаточка, знаете, которая помогает спокойно все обратно поставить для натягивания вкладыша, ой, не вкладыша, а чехла. Поэтому такой приятный бонус, еще и адаптеры для коляски. В общем, здесь вам снабдили всем необходимым. Вот. А что касается ткани тактильно, ткань действительно выполнена из хороших дорогих материалов, я не преувеличиваю. Мне очень нравится этот бренд. Я вообще не ожидал, что где-то еще есть очень крутой премиальный бренд. Наверное, один из лучших конкурентов немецким брендом. Все вы понимаете, о каких брендах я говорю. Вот. Вот как по мне, ничем не уступает. Мы много детей померили. Действительно, очень удобно. Посадка классная, ткани классные. Вообще все сделано грамотно. У меня вообще претензий, в принципе, нету к этой люльке, особенно учитывая цену. Цену, напоминаю, внизу по ссылке в описании, посмотрите. Вот. Что касается безопасности, пройдены обязательные краш-тесты, она проверена, европейская сертификация есть, поэтому ребенка можно смело доверять, получать вот, вот за эти деньги вот такой уровень вот качества, даже как-то ненормально, мне кажется, действительно. Я не говорю, что она копейки стоит, я говорю, для премиум-сегмента она недорогая, поэтому если посмотрите прямых конкурентов, там явно пропасть, в цене пропасть. Поэтому очень рекомендую, обратите на нее внимание. Я, в принципе, все, что хотел рассказать, вам рассказал. Это действительно очень годный, интересный продукт для ребенка с рождения до приблизительно годика. Как по мне, она, ну, заслуживает внимания. Выбор, естественно, как всегда, за вами. Выбирайте сами. Можете в Мире Автокресел заказать две люльки. Вам привезут две, вы дома посмотрите и выберете. Вот, поэтому смотрите, очень удобная опция, можно пользоваться. Ну, а я, собственно, завершаю свой обзор. Если он вам был полезен и интересен, ставьте царский лайк свой. Обязательно подписывайтесь на канал, это очень помогает развитию канала. Если люди не реагируют, то и смысл этим заниматься, как говорится. В общем, хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора люльки и удачи на дорогах. До свидания.